Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, с вами папа, который рисует, и сегодня я хочу нарисовать крокодила, но я не буду рисовать всего крокодила, большого-большого, я нарисую просто рожицу, голову крокодила, вот так, да, голова крокодила. Смотрите, как я это делаю. Сначала я нарисую пасть крокодила, потому что она самая-самая большая, вот такая. Он улыбается, и она открытая, вот так вот. Вот. Это нижняя челюсть, а это верхняя челюсть. Теперь мне нужно нарисовать глаза моему крокодилу. Вот такой я глаз ему рисую. И вот такие вот у него верхние дуги надглазные. Теперь у него длинный нос такой. И такой вот носовые дырочки такие вот. О, правильно, как их называть, носовые дырочки. Второй глаз, он с той стороны, его не видно. Вот такой же крокодил получается. Он у меня улыбается. И теперь ему самое главное крокодилу это нарисовать зубы, большие зубы. Я рисую большие зубы, сверху большие зубы, вот так вот. И снизу большие зубы. У него большие острые зубы у этого крокодила. Теперь закончу вот нижнюю челюсть. Здесь нарисую немножко нёба. И конечно же завершу вот здесь вот тоже нижнюю челюсть. Вот так будет закругляться и идти сюда. А здесь у него небольшие такие колючки. Вот такой крокодил получился. Теперь я его разукрашу. Раскраска у меня очень простая проходит. Я беру зеленый цвет. Возьму светло-зеленый, такой насыщенный зеленый цвет. И возьму, наверное, красный, чтобы нарисовать ему рот внутри. Язык сначала нарисую красным. Внутри у него все красное такое. Ну, мой рот тоже внутри красный, я видел в зеркале, так что можно не бояться того, что у крокодила красный рот. Вот. Конечно, мой крокодил зубастый, но это не значит, что он такой уж сильно опасный. Он кушает рыбу, например. Я тоже кушаю рыбу, но я не очень опасный. Раскрашу. Давлю посильнее, чтобы он был насыщенно зеленым, насыщенно. Рот зеленый, нижняя челюсть зеленая, красный отодвинем, так вот зеленый, насыщенный, вот. И я знаю, что крокодил, он за свою жизнь съедает не так уж и много всего, как бы он не так много кушает. Например, есть другие животные, которые много кушают. Зубки я ему желтыми нарисую, желтыми. А глазки я нарисую голубые. Голубые моему крокодилу. Голубые глазки. Так, теперь я все уберу. И возьму темно-синий цвет. Попробую подтянуть немножко моего крокодила, чтобы он был такой, как в жизни, такой немножко переливается. Где-то темный, где-то светлый. Вот. Вот такой крокодил. Ребят. Я закончил. Я стараюсь очень быстро нарисовать, чтобы вы самое основное смогли понять, что нарисовать глаза, пасть, самое главное, зубы, большие клыки, носик, второй глаз и завершить все это дело. И у вас получится классная рожица крокодила, зеленая, желтая, красная, все, что хотите, раскрашивайте, как хотите. Все, до новых встреч, ребят. Подписывайтесь на мой канал Рыбакит, и я буду дальше рисовать. Пока-пока.